Так, ребята, ну что, у нас сегодня роллинг. Здорово, усаживайся поудобнее, пельмени, попить что-нибудь вкусненькое. Ты, надеюсь, все это знаешь про лайки, колокольчики и дизлайки, я тебе рассказывать не буду. Ты парень нормальный, а может быть даже девушка, вот. И как бы ты знаешь, что сделать. Единственное, попрошу подписаться на телеграм-канал, ссылка на него в описании, чтобы не пропускать никакие видосы, чтобы знать всегда, когда стримы, то есть, ну, там уведомления всегда приходят, если ты их не отключаешь. Вообще, за телеграмом будущее. Ладно, я нахожусь на аккаунте девушки под ником Полторашка. Вот за ник просто отдельный лайк. И сегодня на мои не самые широкие мужские плечи возложена огромнейшая ответственность. Я должен паролить героев и, конечно же, добиться какого-то результата. Пока что я не знаю, каких героев нужно здесь выбить, но мы, конечно же, с вами можем предположить, основываясь на последних тенденциях нашей игры, о том, что нужны эпики. Возможно, еще и какие-то есть другие недостающие герои. Так, ник Полторашка. 1 172 000 силы. Гильдия под названием Just Cool Friends. Вот, это фартов 20.00 по вступлению. Телеграмчик, пишем Sunny UA, битва гильдий обязательно. Так что, если ты ищешь гильдию, то вступай. Топ-31, короче, все нормально, все будет хорошо, ты не бойся. Ладно, так, что у нас по аккаунту сначала? Давай вот просто зайдем, ну, как бы донатно же, по-любому, да. Ну, а донаты смотри, донаты не так уж и много, 400 тысяч самоцветов, что это по современным меркам? Это вообще какая-то ерунда полная. Да, где у нас алтарь? Где же алтарь? Сколько можно? Сколько будет Саша тупить? Ой, как тут... Ух ты. Ух ты. Ух. Ух. Ух ты какой. Ух ты какой, а? Ух ты, мусечка, пусечка какая, да? Эх, ладненько. Ну что, давай глянем. Глянем, что тут. Судьба. Трех героев только не хватает. Смотри, фанатики даже всякие есть. У меня, кстати, до сих пор фанатика нету. Чувствую, профукаю вас. А, медузы нету, блин, прикинь. Медуза не открыта. Как так-то, а? Что тут еще? Орфей, медуза и колосс. Короче, новые эпики нужны. Повторки эпиков, соответственно, они всегда нужны. И, ну, медуза-то по-любому у нее есть. Ну, как бы, вы все понимаете. Полетели, давай, тут, ловись, эпик большой, маленький, новенький, старенький. Ну, конечно, хотелось бы колосса Орфея выбить, но что-то пока что у нас начало не самое впечатляющее, оно скорее ближе к удручающему. Но ответ, ну, блин, девушка, подписчица, у меня, знаете, у меня там подписчиц, девушек, по пальцам можно пересчитать, ребят. Тому хотелось бы взять и что-нибудь выбить. И как бы что-то у меня голова даже зачесалась. Оп-па-пап, мадам Бо. Повторочка пригодится. Ну, там для силы вот это вот все. Не самый крутой эпический герой, но тем не менее. Тем не менее, мы потратили десятку и увидели только одного эпического героя. Не знаю, есть ли у нас намеки на то, что мы выбьем Орфея, то, что мы выбьем Колосса. Ну, вот ледяного феникса для религии, или как оно там это... Реликвии. Королева мумий выпала. Ну, вот. Королева мумий. Ну, смотри, в принципе, за 15 тысяч самов мы уже выбили 2 эпика. Ну, что-то... Ну, в принципе, знаешь, бывали роллинги, когда ты нихера не выбивал. Но, как бы, из-за 70 тысяч самов, да, как бы вообще эпики не падали. Но это, как бы, обычно на моем аккаунте происходит. Знаешь, когда себе ролишь, как бы, не знаю, хоть кому-то... Да, хоть свой аккаунт кому-то на роллинг давать. Ну, вот, потому что нихера не падает, когда сам вот себе ролишь. Себя чувствуешь каким-то самым большим неудачником вообще в этой вселенной. Но хотелось бы вот... Слушай, мы уже почти половину потратили. Что-то как-то... Давай, эпик, приди, орфей, приди. Я не знаю, что делать. Давай вот так вот поделаем, да, понажимаем. Понажимаем, давай сюда. Новоциклоп, наемный убийца.
Суккуб, серьезно, 2020 год, Суккуб. По Спарке, это у нас третий эпик, и, грубо говоря, смотри, у нас коэффициентики-то не самые классные, яркие, мы потратили 30 тысяч самоцветов, выбили 3 эпика, то есть теоретически, типа, следуя статистике, шансы выпадения сегодняшнего на данном аккаунте у нас как бы... Нас ожидает впереди 2 эпика. Ну, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, как бы могут вообще не упасть. Потому я прям не знаю, это положительная статистика или отрицательная. Ну, что-то как-то, я не знаю, странновато. А что у нас тут по ништякам? Слушай, живут люди, вы посмотрите, 54 тысячи камней пламени. И они даже не распакованы. Ну, типа, это нормально вообще? Не знаю, я бы уже их там давно распаковал бы и использовал бы. Такой типа, о-о-о, камни пламени, ну нифига себе, идите сюда. Сейчас я с вами разберусь. Вот, сейчас вы меня это, пойдете там, мне силушку поднимете. А здесь лежит даже не использован. Давай, да я использую. Знаешь, открою с удовольствием, представив, друзья, да, что это мои. Ну, что-то мои, типа, такой, типа, о, на своем аккаунте. Открываю камни эпика. О, какое крутое у меня. Вон оно что не открыто, потому что не понял. Ну что, они там до бесконечности, что ли? Почему? Стой, не было. 46 тысяч. А что, типа, 50 максимум, что ли? Ну-то вот так вот, да? Херобора какая. Что-то я думал, там побольше можно держать. Что-то как-то вообще... Ну, давай! Вау! А, блядь. Демон-охотник. Фрости! Так, ну, смотри, мы тут начали как бы статистику-то обгонять по чуть-чуть, да? То есть мы уже 5 эпиков выбили, и Фрости как бы один из новых, хороших. Его пользуют. Им пользуются. Не знаю, как правильнее, наверное, сказать. Но хочется вот недостающих выбить, понимаешь? Колос. Я вот не знаю, когда вы это видео видите, но я там в один день записывал сразу 2 видоса. Ну, то есть это уже по факту второй видос. На предыдущем аккаунте я выбил, наверное, 3 колоса. И два этих орфея. Что-то мне хочется фрей, феи, как угодно назвать, но не орфеем. Пока что не привык я к этому названию. Да и ты вообще эти названия, ты хер все запомнишь. Ах, давай, последние 4000 самоцветов, господи, ну вы пожалуйста. Ну сколько мы, 5 эпиков выбили, да? Или даже 6, может быть. Давай, братулец. Все, последние 2000 самоцветов. Ну и что у нас? Давай, чудо. Нам треба чудо. Сука какая, а? Нет, мы 5 или 6 эпиков выбили. Я не знаю, как бы это удачно, неудачно ролик. Ну, типа... Но эпики, я понимаю, сейчас многим падают. Я просто что... Слушай, а чё аккаунт не качается? Столько камней пламени. Просто как бы у меня на аккаунте... Если судить с роллингами на моем аккаунте, то тут все шикарно. Все удачно и замечательно. Но ежели вообще в целом судить, конечно, хотелось бы. Посмотри. Ну, тут и этот Фрости есть, да? Повторка нужна была? Где тут? Кстати, повторка нужна была, да? То есть, смотри, херака можно взять и прокачать. Я не знаю, может, тут какая-то, типа, чистая сила. Вот. Используется еще что-то, я не знаю. Ну, то есть... А что, аккаунт не качается? А, вот, смотри, тут основные герои. Да, тут дохера 30-х. Тут, наверное, 30-х больше, чем у меня. Ну, я имею в виду 30-х прорывов. Да. Ну, вообще, в принципе... Хорошо, а чего не хватает? Книжек не хватает? Да, блин, 34 книжки. 34 тысячи книги. Книг. 30 херова туча камней пламени. Всего хватает. Всего. Может, красных камней не хватает. А чё прорыв-то не прокачан? А, вот, смотри, красных камней мало.
Ну они там... А, ну здесь, извини меня, мне 26 миллионов. Что-то я не понимаю. Этот аккаунт можно так раскачать. Мое почтение будет. Что-то не раскачивается. Ну, есть, есть. Многие такие любят, типа, подкопить, там еще что-то. Блин, извиняюсь за роллинг. К сожалению, не получилось выбить. Я думал, ну, типа, девушке ролю должно выпасть. Ну, не выпало. Вот. Но, тем не менее, пожелаю этому аккаунту удачи. Уже не первый раз в моих руках оказывается данный аккаунт. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, кто подписался на телеграм-канал, чтобы не пропускать мои стримы. Всех целую. Всем пока.